Как с горечью сообщил министр экологии, после купаний горожан у проруби осталось немало мусора, стаканчиков, полотенец и салфеток. По словам Сергея Лихачева, эти предметы вмерзают в лед, а весной загрязняют водоемы. Поэтому и было принято решение провести генеральную уборку. Чтобы стать волонтером, достаточно обратиться в местную администрацию или управление коммунального хозяйства. Уже там добровольным помощникам расскажут, где и во сколько начнется сбор. Также желающие могут обратиться к координатору волонтеров Олесе Ефимовой. Ее номер вы сейчас видите на экранах. Это будет баня. Сейчас ставят палатку.